Записываю себя. Волосы покрасила, но не тот цвет. Мне все-таки надо немножко красноватый, правда? Это я. В общем, друзья, из-за своей памяти я не помню, но я так поняла, что моя дочь готовит это на ужин. Да, Лена? Это на ужин, а это редиска, помидоры. Нет, это обед, это ужин. А, вот это обед. Да, А вот вот это. это он. Вот. Вот здесь вот. А что ты здесь отвариваешь? Индейка. Ну, какая красота. Здесь индейка. На ужин греческий салат, а на десерт яблоко с орешками. На ужин греческий салат, а на десерт яблоко с орешками. Ну, великолепно, правда, друзья мои золотые. Показала мои золотые. Вот моя дочка тут нарезает. Красота, красота. Еще вот мамочка. Сейчас полежим с тобой. А это давление. Давление высокое. Да, Стефан? Да. Вот таким образом нарезаем все. Вот. Доча поставила еще томатную пасту. Здесь редиска, арахис. Я не знаю, зачем он нужен. Но что-то здесь готовится. Это индейка. Красота. Ну, да. Вот. И арахис для десерта. Мы уже говорили перед этим. Ну я же не помню, да. Арахис для десерта и помидорки еще будут, да? Сейчас нарежем. Вот такое вот быстрое блюдо. Быстро все. Красота. Правда, друзья? О, лепота. А вот Стефанюшка мой. Гусь-гуня. Лена тебя не показывает? Нет, помню. Лена не показывает. Она не любит сниматься. Вот, друзья, порезала Леночка моя помидорку. Сейчас она в индейку, да? Или что да. В индейку бросишь картофель, потом пойдут кабачки, да? Ой, что-то плохо воды. Видно. А, сейчас воды маленько добавить. Ой, совсем плохо видно. Ну ладно, в общем, друзья, все будем добавлять. Тут что-то совсем свет такой какой. Вспышку надо. Вот хорошо, мне дочка подсказала, что нужно вспышку. Добавили в индейку картофеля. Затем идут баклажаны. Редиска, наверное, идет как салат, я думаю. Да. Вот лимон добавляется для вкуса в конце, правильно, Лен? Да. И помидор. И помидор. А перец, а томатная паста. Ага. В конце. А, ну все вот. А яблоко с редисом, что ли? Нет, будет? Это же десерт, я же сказала. А десерт будет из чего? Как делать? Только что говорила я. Ну, я забыла. Яблочко, орешки, печеные в меду. А, яблочки, орешки, печеные в меду. Ну, друзья, я забываю, ничего страшного. Я лежу, друзья, и на цветочки свои смотрю. Вот пришел. Вот он, друг мой, пришел. Вот такой хвост. Стефанюша, че мой золотой? Вот так уселся. Вот так уселся мой золотиночка. Да? Моего вкуснятинку видно? Еще бы. Конечно. Вот такой вот хвост. Вот такие лапы. Покажи свои лапы, Стефан. Покажи свою мордяшку, Стефанюш. Покажи. Ой, внимательно смотрит, пляшка. Вот, вот, молодец, умничка. Молодчинка, умничка. Лю, красиво, умничка. Ну все, показала вам, друзья. Это я просто ноги подняла. И люблю своего золотого. Ну все, друзья. Вот такой вот у нас вечер. У меня сегодня почему-то давление высокое. Ну ничего. Ну вот как его не любить? Вот скажите, пожалуйста. Вот такого пушистика, вот такого мохнатого. Стефан, посмотри маленько. Посмотри. Почему не... Чему я серьезно? Ты мой профессор. Профессор, да. Ты мой профессор, капица ты. И тетюля пуська моя. Ну вот, дорогие друзья, Люда уже все запустили. Вот. Готовит моя доченька. Я сегодня немножко что-то с давлением. Вот. И покажу вам салат. Покажи. Она салат нарезает. Вот, смотрим телевизор. А салат будет с чем, Лен? Он будет
со сметаной и с редиской. Сейчас моя доченька вот арахис через блендер проведет, ну, блендером, да, хочет. Вот в этой, вот в такой вот кружке. Прям блендер, а он возьмется, может что-то туда добавить, жидкости какой-нибудь. А, яблочко запеченное, вот так вот. В общем, яблочко, арахис. Сейчас сблендерируем вот в этой кружечке. Красота, лепота, друзья. Арахис жареный, соленый. Пользуемся мы, друзья, всегда вот этим вот блендером брауновским. Он у нас всегда вот тут вот лежит. Вот, пошло. Орешки. Ну давай, Лен, показывай, я покажу. Так, не хочешь? А ну давай. В общем, друзья, чуть-чуть добавили воды, и, в принципе, арахис размалывается. Классно. Такое, а потом приправишь этим, что ли, салат? Да? На печеное яблоко с медом. А, на печеное яблоко с медом. Вот так. Классно. Я даже и не знала такое блюдо. Кстати, вот этим аппаратом. Ну, у меня другие есть, но они что-то перестали работать. Слушалка. Вот. И этот. Сам набор. Все вот здесь вот. На рукав надеваешь и померю. Вот. Крема всякие. Хатейки мои. Романтик. Там даже чай какой-то с Новым годом стоит. Че он там стоит, если не знаю. Здесь духи мои. Тигровый глаз, это спички. Ну, в общем, все. Так, это вот дневной тонизирующий крем. Друзья, покажу. Сварила моя доченька. Мне ужин. Какие яблочки. Еще, Лена, грецкие орехи есть. Грецкие орехи можешь положить еще. Где они? Грецкие орехи. А я купила сегодня. Дай мне. Сейчас. Я, представляете, друзья, я нет, я не сплю, я забавила. Я правда, я забыла. Ой, это вообще, вот, на наше блюдо. Сейчас еще. Ну, в общем, вот так. Сейчас я покушаю мои золотые. Вот такой вот на ужин будет ужин. На ужин будет ужин. Ну, вы поняли. Вот такой вот будет у меня кушанье. Еда на ужин. С лимончиком все. Вот, смогу. Вот, показываю. Показываю. Все, какую красоту. Это дочь моя сегодня приготовила, потому что я маленько приболела. Чуть-чуть. Ну, все. Тих. Вот такую коровку вам. Зайчонка. Поставила себе инсулин. Уже обычное дело. По привычке ставлю. Тут у меня Найс. А моя. Кстати, стала пить. Здесь валерьяна и B6 витамин. Великолепное, кстати, средство. Мне это нравится и помогает. Ну, это вот мой каптоп. Да, я обращаюсь с молитвами, молюсь. Здесь... Так что, дорогие мои друзья, приступаю к приему пищи. Вкуснятина. Ты поймешь, ну посмотри, мы золотые. Посмотри, посмотри маленько. Да ты мой корёсик, ты мой корёсик. Ты мой лапонька. Умка погладить должен. Погладить. Вот он. Вот он какой он у меня красивый. Вот какой красивый. Вот такой сладюсика. Да. Иди мой золотой. Моя лапочка, моя любовь. Моя. Моя, моя, моя. Вот она какая. Вот она какая красивая у нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Смотрю на большом экране свой канал, свои видео. Вот мои видео.
все знаменитости. Так красиво. Мои шарлотки. Это короткие видео. Даже пробный эфир. Видео урагана. Ой, сказки. Давным-давным-давно снимала. Ну, хоть ладно. Грузится 3 секунды, хотя бы, чтобы показать, да? Больно небо, как страх, сродясь в земле, сплетясь в ветвях. Как больно небо, как страх, раздваивается под пленом. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа. Ой, насколько трепетные, насколько уникальные стихи. Любовь и смерть всегда твоя. Ты понесешь с собой, любимый. Ты понесешь с собой повсюду. Ты понесешь с собой повсюду. Родную землю, милый дом. Но если не укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если не укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча. Известно кану. Короткий свет луча дневного,